Друзья, всем привет! В августе мы начинаем наш курс по машинному обучению в контексте трейдинга, где мы на практике изучим, собственно, основу машинного обучения, научимся применять модели в трейдинге, то есть построим торговые алгоритмы на основе машинного обучения. Курс на самом деле серьезный, достаточно сложный. У нас есть требования для тех, кто желает присоединиться к нам. Нужно знать как минимум Python, это 100%. Также будет большим плюсом, если вы будете владеть основными библиотеками. Посмотрите, в описании есть файл, в котором, собственно, указаны все эти требования. Поэтому, если вы знаете основные библиотеки, знаете Python, готовы изучать машинное обучение, возможно, развиваться вместе с нами, потому что одна из целей этого курса — подготовить разработчиков к себе в команду. Стоимость курса $1400. Да, цена на самом деле не маленькая, но, как показывает опыт и те проекты, которые мы уже сделали на основе машинного обучения, то есть которые применяют алгоритм машинного обучения в своей логике, они стоят достаточно дорого, то есть в среднем там 2, 3, 4, 5 тысяч, ну, в зависимости от, конечно, объема. Собственно, пойдет процесс, потому что задача, повторюсь, как я говорил в прошлых видео, достаточно амбициозная и сложная. Изложить профессионально с математикой, потому что без знания и понимания математики достаточно сложно будет овладеть, собственно, самим машинным обучением, но мы постараемся сделать это максимально простым, понятным, доступным языком. У нас нет цели сделать большую группу, потому что мы хотим сосредоточиться на индивидуальной работе, даже более, вот и кто проходил наши прошлые курсы, примерно понимают, о чем я говорю. Но здесь мы хотим сделать более персонализированное общение, чтобы каждый человек смог, который обучается на курсе, не только задать необходимые вопросы, но получить полную обратную связь, там индивидуальные занятия и прочее, потому что тема, повторюсь, серьезная, большая. Поэтому, если вы хотите присоединиться к этому курсу, то, в принципе, группа уже создана. Можете написать мне в личные сообщения, я добавлю вас в группу курса, и в августе мы начинаем.